это даунтаун Лос-Анджелеса. I love LA. I love Big Bad Los Angeles. California. I love, yes. Still applies to me. Everybody got something to say. I love. If you ain't been here, then don't say nothing. Come in, experience this Los Angeles. I love I'm LA. Up early, open my eyes, rise the sunshine. Step outside, it's 85, but it's still winter time. It's Sunday, motorcycles out, let's go low ride. Hit the beach, PCH, palm trees like reeds. We like an island west coast with a Caribbean theme. We more than seas, more than bees, more than movie screens. We more than trees, more than fiends and celebrities. We actually encompass so much culture, so many communities. So much history, a lineage, a hood, national legacy. Brothers, sisters got deep since the 60s and 70s. Mexicanos been deep before the 20s and 30s. California, Khalifa, Mucho Caliente, we have. So every rip, every dog and essay on this block. Look around and taste the air, homie, know what you got. This is a gangster's paradise with flashing blue and red lights. Home of the Lakers and the Clippers, Staples Center's big nights. For all the culture, for the pride we got. For every hood, all good, west and east side plots. The palm trees, the best coastal view. Where the ocean at, sunshine, skies is blue. Where everything is 20 minutes away. Beautiful homes, even the ghetto's prime real estate. Вот это Walt Disney Concert Hall. Здесь проходят всякие концерты, мероприятия. И тут проходим мы. И тут проходим мы. Кроме концертов проходим мы. Сейчас пойдем разберемся, что происходит. Музей чего? Музей чего-то. Вот это те, кто по билетам, а вот это те, кто бесплатно. Сказали, вот здесь вот 45 минут ждать, а вон там 2 часа. Ну, да, мы... ну да. Да, там 2 часа. Мы туда не собираемся, поэтому идем дальше. Ну, не гуляли. Да, я не могу сказать, что очень много. Короче, реклама? Нам сказал полицейский, это на самом деле не кино снимает, это будет реклама для всего Hyundai. Всего реклама на 3 вот. Минуты. Так что вот, если вы, когда вы в рекламе, точнее мы увидим вот эти вот все вот, вот, да. Вот это вот все. Когда вы покупаете знаете, Hyundai, что мы это... знаете, что вы заплатили еще и за эту рекламу, за этот масштаб. Да, да. Столько денег, интересно, стоит, чтобы даунтаун Лос-Анджелеса перекрыть на сутки хотя бы. Мы сейчас в отеле «Стандарт» пришли, там на последнем этаже. Бар и потрясающий вид на даунтаун. Попробуем туда. Вот такой вот вид тут открывается на Лос-Анджелес. Конечно, это не небоскреб. Но красиво. Помашите ручки. Буль. Да, такой вид открывается с ресторана, который находится на последнем этаже отеля The Grand House. Это Санта-Моника, такой вот пляж красивый. И мы туда тоже попадем. Давайте я вас сфотографирую. И вот с таким потрясающим видом. Очень красиво. Который находится на крыше отеля Пентхаус. Пентхаус в пентхаусе. Да, вот такое там, не знаю, видно, не видно будет. Вот такой вид. Санта-Моника, очень классно. Здесь вообще классно. Супер место. Что, поедем сюда жить? А где танцовал? Да, вот там. А еще там? На пирсе, да. Все понял. Вот мы едем по набережной Санта-Моники. Лос-Анджелес,
She's a lady all dressed up for a riot, with a hand on the remote control. She's flipping stations, watching car chases, watching car chases. Seattle, she's lonely. Мы дошли до самого края земли, край пирса Санта-Моники. Такое очень оживленное место, очень много людей. Инвалидная колясочка. Третья улица Санта-Моники, the third street. Санта-Монийский променад или Санта-Монийский Арбат. Сейчас я кину с ног.
пожаловать на Venice Beach. Самое тусовочное место Санта-Моники, в котором можно купить разрешение на марихуану за $40. В час. Очень много людей. The electric lady, the bubble boy, the half girl, the smallest man in America. You're Мне очень вкусно. Очень вкусно. Всего 6 баксов. Мороженое с марихуаной. Ну как раз нормально. Не-не-не, мы вон там. Ну вот, собственно, наше путешествие почти подошло к концу. Обедаем и отчаливаем обратно в нашу Bay Area, да.